Туалет в парке установлен в рамках региональной программы «Народный бюджет». Финансирование было разбито на три составляющие. 500 тысяч рублей выделено из областной казны, 450 тысяч – средства местного бюджета и 50 тысяч рублей – пожертвования в местный бюджет. Сам туалет представляет из себя модуль. Как видно, это большая коробка. По центру есть место для кассира. По обеим сторонам вход для женщин и мужчин. Как пояснили городские власти, чтобы посетить туалет, нужно будет заплатить небольшую сумму. Внутри находится унитазы и умывальники. Туалетный модуль был нам предоставлен согласно технического задания по муниципальному контракту. Он приобретался в нулевой комплектации, то есть без сантехники внутри, чтобы во время транспортировки она не поломалась. После установки самого модуля на фундамент в нем была установлена сантехника. Он подключен в настоящее время к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации. Сейчас происходят последние пусконаладочные работы. Завтра будет работать приемочная комиссия, и к дню города туалет будет работать. У нас в настоящее время пока никаких замечаний нет. Все сроки, указанные в контрактах, на настоящий момент соблюдаются. По словам городских властей, освещение модуля также должно быть организовано. Возможно, что туалет будет работать и круглогодично. Юрий Воронин, Вячеслав Голиков, Новости провинции.